меня с Крымом связывают замечательные воспоминания, и в том числе из детства очень любила отдыхать в Крыму, и всегда старались и семьей предпочтение давали, если да, это Россия была, Крыму всегда. Поэтому только все хорошее, радужное. Ну, надеюсь, там все быстрее все как бы устаканится, скажем так, да, поделится, распределится, и цены будут адекватными.